В Якутске на игровую площадку с детьми рухнула бетонная плита. Погибла 9-летняя девочка, еще трое детей госпитализированы с травмами. Трагедия произошла на улице Автодорожной Якутска. Рядом с тамошней игровой площадкой почему-то находилась бетонная плита, лежавшая на свае. В какой-то момент по неустановленным пока причинам конструкция рухнула прямо на площадку. К несчастью, в этот момент там играли дети. В итоге от полученных при падении плиты травм на месте погибла 9-летняя девочка. Еще трое детей, как передает местное издание со ссылкой на МЧС Якутии, были госпитализированы. По данным телеграм-каналов, двоим пострадавшим по 7 лет, третьему 6 лет. На месте трагедии работают спасатели. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В Самарской области зверски убили двух мужчин. Их тела обнаружили 18 сентября на обочине дороги, недалеко от трассы М5. Трое мужчин вместе работали. Между ними произошла ссора, из-за чего они захотели выяснить отношения. Завязалась драка. Один из ее участников до смерти забил товарищей. Сам он оказался в реанимации. Как отметили в СУ СК России по Самарской области, по факту произошедшего возбудили уголовное дело. У погибших диагностировали открытые переломы черепа. Жертвами драки стали 50-летний и 69-летний мужчины. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, лиц, причастных к совершению преступления, и их задержания, говорится в сообщении.